В наших выпусках мы уже не раз затрагивали тему благоустройства областной столицы. В микрорайоне Мигалово появится новая зона отдыха. В этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды там будет благоустроен сквер на пересечении улиц Громова и Гайдара. Глава Твери Алексей Гоньков в рамках рабочей поездки проинспектировал ход работ на этом объекте. Большой благоустроенный сквер, которого так не хватало для отдыха жителям Мигалова, появится в микрорайоне уже в этом году. За то, чтобы его построили здесь, на пересечении улиц Громова и Гайдара, в прошлом году проголосовали несколько тысяч человек. Надо отметить, что здесь живут очень такие активные у нас горожане, которые активно участвуют, голосуют по поддержке своих территорий, на которых они проживают. Мы хотим сюда вплести такое благоустроенное пространство с дорожками, со скамейками, с освещением. Возможно, будет стоять самолет, такая военно-патриотическая тема. То есть получится очень хорошая зона и для проживающих рядом. Я думаю, сюда будут и приезжать жители просто отдохнуть и подышать свежим воздухом соснового бора. На стенде размещена вся информация о будущей зоне отдыха. Рядом с благоустраиваемой территорией есть и остановка общественного транспорта. Так что приехать на прогулку сюда можно будет и на автобусе. То есть будут бордюры какие-то, да, парковочные места. То есть так, как мы на Мигаловской набережной. Хорошо. Также в ходе выездного совещания по объектам строительства Пролетарского района глава Твери проинспектировал ход работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданию нового военкомата, который в данный момент достраивают в микрорайоне Мигалова.